Гороскоп на 3 августа 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В субботу у Овна важный день. Постарайтесь не торопиться с решениями, не допускать ошибок. Даже самые незначительные ваши промахи не останутся незамеченными. Хуже всего то, что первыми о них узнают именно те люди, мнением которых вы дорожите. Спешка недопустима, да и ситуация ее не требует. Со всеми делами можно справиться без суеты. Возможно, небольшие семейные разногласия, но достичь компромиссов удастся. Старайтесь быть терпеливыми с теми, кто вам дорог. Не всегда договориться удается сразу, но взаимных обид и претензий можно избежать. Первая половина дня подходит для того, чтобы осуществить что-то, задуманное раньше, исполнить давние желания, свои или чужие. Это время, когда мечты могут стать реальностью, нужно лишь проявить изобретательность и приложить немного усилий. Личный гороскоп. Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Сегодня Овен окончательно убедится в том, что идеальных отношений и вечного счастья не бывает. Неудачи временны, а везение приходит не всегда. В личной жизни будет все хорошо, если вы сами не нарушите обещаний, которые дали избраннику. Овну следует быть уступчивее и мудрее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вокруг вас бушует буря, но она не принесет разрушений вашему дому. Неудачи в любви на этот раз вы с успехом компенсируете чувством глубокого удовлетворения на работе. Спокойствие, выдержка, разумная уступчивость помогут вам пережить этот непростой период. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны, все дела лучше решать в первой половине дня, когда вы сможете их закончить удачно. Вторую половину приберегите для себя. Расслабьтесь, займитесь спортом. Активный образ жизни избавит вас от накопленного напряжения. В субботу, тельцы, не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми, старайтесь не говорить лишнего. Сегодня разборчивость и в деловых, и в личных контактах особенно важна. Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным. Могут неожиданно и без видимых причин испортиться отношения с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Лучше отложить на потом обсуждение общих планов и совместных проектов. Самостоятельная работа приносит достойные плоды. Вы отлично справляетесь со сложными делами, решаете задачи, которые другим оказались не по плечу. Очень благоприятный день для общения. Обсуждение любых вопросов, даже очень острых и болезненных, проходит спокойно, конфликтов не возникает. Будет шанс найти общий язык с людьми, с которыми вы в последнее время часто ссорились, наладить отношения. Личный гороскоп. Звезды обещают успех в финансовых делах. Вы сможете справиться с проблемами благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии. День окажется благоприятным для заключения новых контрактов и для деловых переговоров. Ваша логика и убедительность заставят партнеров согласиться с вашими доводами. Хорошо в этот день вступать в брак, поступать на новую работу, заводить новые знакомства. Если у вас есть семья, постарайтесь уделить ей больше внимания. Впереди серьезные заботы, и вам следует хорошенько отдохнуть. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Телец будет настолько уверен в себе, что сможет преодолеть любые преграды на пути. Хотя их будет мало. Гороскоп предсказывает перемены в жизни, которые вы воспримите как подарок судьбы. Тельцу захочется изменить не только мир вокруг себя, но также свое поведение, внешность и отношение к людям. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует энергетический подъем, преображение, невероятные события, граничащие с чудом. Вам надо наконец-то ответить на вопрос, кем вы хотите быть в глазах окружающих в ближайший год. Так что самое время выбрать себе новый имидж, который долго не надоест и будет нравиться вашему окружению. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцы, важные дела лучше совершать в первой половине дня.
В любом случае, сегодня лучше быть активным и проявить такие качества, как честность, искренность. В любом деле они будут полезны. В субботу эмоциональный фон близнецов нестабилен, ваше настроение часто меняется. Многие начатые дела не удается довести до конца. Либо вы сами теряете интерес, либо приходится переключиться на что-то другое. Может понадобиться помощь старых знакомых. Чем раньше вы за ней обратитесь, тем лучше. Вы узнаете много нового, получите полезные советы. Не исключены какие-то неожиданные предложения, связанные с работой или учебой. Не бойтесь сложных задач. Скорее всего, вы отлично справитесь с их решением. Строя планы на этот день, имейте в виду, что воплощать их в жизнь вам, скорее всего, придется самостоятельно. Трудно договориться даже с близкими людьми, а единомышленники и партнеры часто ставят во главу угла собственные интересы. Личный гороскоп. Критический день. Вероятно, ухудшение отношений с начальством или сотрудниками. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Если Близнецы не смогут найти равновесие внутри себя, то точно угодят в неприятности. Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Вот такой совет Близнецам. Не судите строго тех, кто не идеален. Будьте лояльнее и смиреннее, тогда удача не оставит вас. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует возвышение собственного эго. В лучшем случае вы овладеете обстоятельствами и будете вести себя с непосредственной и простой искренностью. В худшем – будете реагировать на все происходящее с напыщенной и неуместной самоуверенностью. Вам нужно избавиться от осуждения, склонности в первую очередь видеть недостатки, а не достоинства ближнего. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. В первой половине дня близнецам необходимо заняться документами, переговорами и другими важными делами. Вечером вы станете активнее, а также к вечеру у вас появится человек, который поможет вам не только словом, но и делом. В субботу у Рака очень благоприятный день для работы. Можно заключить сделки, которые принесут прибыль, найти новых партнеров. У некоторых представителей знака появятся идеи, реализация которых даст шанс достичь давно поставленной цели. Не бойтесь нестандартных решений. Часто именно они оказываются самыми удачными. Нежелательно обсуждать финансовые вопросы с близкими, это может привести к ссорам. В остальном личные отношения складываются гармонично. Вероятно, встречи со старыми знакомыми, они поднимут настроение. Подходящий день для того, чтобы вернуться к старым делам, проектам и планам. Сейчас вы сможете довести их до конца, реализовать задуманное, и это положит начало переменам к лучшему. С каждой победой, даже незначительной, улучшается настроение. Личный гороскоп. День крайне опасен. Любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Так что лучше себя поберечь. А если вас пригласили в гости, постарайтесь в вежливой форме отказаться и перенести визит на другое время. Ложитесь спать пораньше. Вероятность вещих снов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня Раку не стоит упускать шанс обогатиться. Финансовое положение будет особенно хорошим у того, кто занимается личным бизнесом и торговлей. Гороскоп предсказывает вам выгодное деловое сотрудничество и внушительную прибыль от товара. Раку не следует бояться крупных капиталовложений. Гороскоп «Дом» на сегодня. Всем ракам, так или иначе связанным со сферой торговли, сопутствует удача. Как минимум, это выльется в возможность что-то купить и перепродать подороже. Не упустите шанс как следует вложиться в новое дело, в перспективные проекты, удачно сыграть на бирже, разбогатеть на разнице валют. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки, утром, возможно, вы встретите человека, который будет весьма вам полезен в будущем. Послушайте его внимательно, его критичное мнение будет полезно. Вы сможете найти много нового в его словах, а после переговоров начните действовать и добьетесь многого. В субботу сложный, а временами и опасный день.
Особой осторожности требует отношения с людьми, играющими важную роль в вашей жизни. Неуместная вспыльчивость может обойтись вам дорого, старайтесь держать эмоции под контролем. Ситуация требует действий, к которым вы пока не готовы, поэтому трудно будет чувствовать себя комфортно и принять взвешенное решение. Во второй половине дня возможно недомогание. На это время лучше не планировать утомительных дел. Отдохните. Вскоре силы вам потребуются для достижения новых целей. Спокойный день. Он не обещает больших успехов и побед, но пройдет без серьезных трудностей и проблем, если вы сами не захотите создать их. Личный гороскоп. Прирожденное стремление к лидерству и прекрасные организаторские способности помогут вам удержать единомышленников и союзников в подчинении вашим интересам. Однако во второй половине дня вероятны некоторые трудности. Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Отличный день у Льва, которому не чуждо все новое, интересное и креативное. Вы сможете убедить коллег в том, что работать следует в новом направлении. Собирайте ценную информацию, налаживайте контакты и смело делайте предложение любимому человеку. Сегодня фортуна на стороне Льва. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день подходит для создания новых планов, обсуждения с партнерами новых проектов. Много мыслей будет посвящено будущему, новой информации, идеям или предложениям. Приступайте к длительной учебе или работе. Можете решать кардинальные вопросы в отношениях. Утром проще договориться с женщинами или творческими людьми. Во второй половине дня легче найти общий язык с начальством или чиновниками. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Львы, в первой половине дня вашей предприимчивости будут мешать некоторые проблемы со здоровьем, поездками и переговорами. К вечеру никаких ограничений не останется. Вы сможете добиться отличных результатов. В субботу у Девы вероятны финансовые потери, вам не удается правильно распоряжаться имеющимися средствами. Деньги утекают сквозь пальцы. На выгодные сделки рассчитывать не приходится. Вас могут подвести деловые партнеры, не исключены конфликты, которые помешают вовремя выполнить работу. Непростым будет день для влюбленных. Возможны ссоры и разногласия. Нежелательно обсуждать планы на отдаленное будущее. Сейчас вам полезно будет немного отдохнуть, побыть наедине с собой. Вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Неплохой, хоть и не слишком плодотворный день. Он подходит для того, чтобы побыть наедине с собой, спокойно обдумать недавние события своей жизни. Сейчас вы честны с собой, готовы признать, что совершили какие-то ошибки, выбрали неверный путь. Именно такой подход позволяет понять, что нужно делать дальше, какую линию поведения выбрать. Личный гороскоп. День обретения внутренней независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Но не торопитесь принимать скоропалительных решений. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Дева с утра нацелится на продвижение по карьерной лестнице. Но одно дело – верить, а другое – обстоятельства. Кстати, второе будет преобладать над первым. Гороскоп предсказывает проволочки в работе и в отношениях с коллегами. Возможно, жесткая конкурентная борьба, которая выбьет вас из колеи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, что карьерное продвижение многих дев будет зависеть от непредвиденных обстоятельств. Вам придется проявить ваше прирожденное чувство такта и предусмотрительность, чтобы обойти острые углы, пресечь возможные козни недоброжелателей, успешно завершить дело. Любовный гороскоп на сегодня для дев. В первой половине дня вам, девы, придется размышлять, иметь дело с переговорами, предметом которых будет ваша частная или профессиональная жизнь. Во второй половине дня придется действовать. Будьте искренни и честны, и тогда все получится. В субботу день благоприятен с профессиональной точки зрения. Можно начинать работу над новыми важными проектами. Вы быстро одержите первые победы, после которых ваш авторитет заметно вырастет. Реально оценивая свои шансы на успех, вы никому не позволяете запутать или обмануть вас.
несколько хуже складываются личные отношения. Возможны разногласия с близкими, влюбленным не всегда удается найти общий язык. Иногда отношения омрачает ревность, очень легко сгоряча наговорить друг другу лишнего. Взвешенные решения всегда лучше принятых сгоряча. Лучше всего этот день подходит для общения. Стоит повидаться с давними друзьями и старыми знакомыми. Встречи будут приятными, вы узнаете что-то новое, получите интересные предложения. Можно делать небольшие покупки, не исключены расходы, связанные с организацией будущих путешествий. Личный гороскоп. Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Сегодня Весам можно развернуть свою деятельность до огромных размеров. Подписывайте документы, заключайте контракты и вкладывайте деньги в проекты. Все это принесет Весам благополучие и позволит утвердиться в бизнесе. Сегодня займитесь укреплением иммунитета и закаливанием. Гороскоп «Дом» на сегодня. События этого дня позволят Весам заключать долгосрочные контракты и подписывать важные документы. Благоприятная основательность и серьезность в действиях, денежные операции, строительство, творческие планы. Рекомендуются любые лечебные процедуры. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. В начале дня вам, Весы, необходимо быть внимательнее, не будьте излишне дружелюбны, этого не оценят. Звезды не советуют быть медлительным, иначе ваше место займет другой человек. До обеда возможны конфликты, а после обеда вам необходимо быть более активным. В субботу день хорош для тех скорпионов, кто не боится ставить перед собой разные цели и готов заниматься несколькими делами одновременно. Вам удается переключаться с одной задачи на другую, ничего при этом не путая, не теряя и не забывая. Ошибки не исключены, но вам удастся исправить их немедленно. Вероятны семейные ссоры. Близким может не хватать вашего внимания и заботы. Не исключено, что из-за нехватки времени придется отменить какие-то общие планы. Это огорчит всех. Вечером возможны хорошие новости, а также встречи, которые поднимут настроение. Первая половина дня подходит для того, чтобы принять какие-то важные решения, причем они могут касаться любой сферы жизни. Личный гороскоп. День неблагоприятный для путешествий, поездок, длительных и дальних прогулок. Вероятны травмы и катастрофы. Если вам не надо быть на работе, посидите дома и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними делами. Постарайтесь сохранять спокойствие. Не срывайтесь до крика, не копите обиду и раздражение. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. В этот день Скорпиону предстоит не только учиться и повышать квалификацию, но и убеждать коллег в эффективности своих идей. Если вы работаете в научной сфере, то гороскоп обещает вам признание и премию. Кстати, будет уместно поделиться деньгами с теми, с кем вы разрабатывали последний проект. Гороскоп «Дом» на сегодня. Союз планет располагает к любому виду контактов, а также к учебе, научной и писательской деятельности. Скорпионы могут обладать даром убеждения. Возможен серьезный прорыв в исследовательской работе. Получив вознаграждение, не забудьте отдать должное, в прямом смысле, руководству и сотрудникам. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. С утра у скорпионов важное дело остановится на полпути из-за непредвиденных препятствий в виде переговоров, проблем с документацией. К вечеру ситуация поменяется, и вы сможете продвинуться в деле благодаря своим активным действиям. В субботу на работе вероятны непростые ситуации. Ваши коллеги и деловые партнеры могут заблуждаться, принимать неверные решения. Удержать их от ошибок вам едва ли удастся, а вот разбираться с последствиями придется вместе. Старайтесь избегать споров. Сегодня они бессмысленны, каждый останется при своем мнении. Обсуждение важных деловых вопросов лучше отложить. Личные отношения складываются гармонично. Проблем в этой области можно не опасаться. Вторая половина дня подходит для решения семейных вопросов. Будет возможность порадовать близких, и вы ее не упустите.
Сохраняйте спокойствие, сегодня это очень важно. День приносит немало неожиданностей, и не всегда они приятны. Но если вы не станете сердиться из-за пустяков, спорить с людьми, которые не разделяют вашу точку зрения, и тратить время на напрасное волнение, то найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Личный гороскоп. Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на расположение звезд. И то, и другое имеет свои пределы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить воздушные замки. Звезды указывают, что любые проекты окажутся иллюзорными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Если «Стрелец» давно подумывал о создании собственной фирмы или частного бизнеса, то этот день настал. Сегодня вы можете без сомнений внедрять в жизнь идеи. Не забывайте опираться на то, что подсказывает внутренний голос. Стрельцу следует быть собранным и грамотным, чтобы не ошибиться. Гороскоп «Дом» на сегодня. Интуиция стрельцов значительно обострится, а личные идеи и связи большинства представителей этого знака будут весьма перспективны и результативны. Можете начинать индивидуальную деятельность. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцы, с утра, возможно, конфликтная ситуация с партнером по поводу способа проведения отдыха или мероприятия. В любом случае, утром вы не сможете ничего закончить. А вот после обеда вы найдете способ помириться за более интересным занятием. В субботу стоит не рваться вперед, а постараться защитить свои позиции. Вы рискуете потерять, что недавно с большим трудом завоевали. Нельзя расслабляться, надеяться на везение и благоприятное стечение обстоятельств. День будет довольно напряженным, потому что и на работе, и дома не все пойдет так, как вы ожидали. Принимать решения приходится быстро, а воплощать в жизнь еще быстрее. Но если вы не растеряетесь, то сможете многого добиться. Самые настойчивые смогут воплотить в жизнь свои давние планы. Приятный день! Вы верите в свои силы, поэтому с энтузиазмом беретесь за дела, которые раньше казались слишком сложными и утомительными. Едва ли сразу удастся достичь больших успехов, но вы добьетесь определенного прогресса и будете рады. Личный гороскоп. День обретения внутренней независимости. Способность к импровизации позволит завести новые знакомства или установить необходимые связи. Решительность и непреклонность может войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит искать компромиссы. Сон следует истолковывать наоборот. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерогу будут упорно стремиться к лидерству. Проявив творческие способности, вы сможете добиться хороших результатов в любой сфере жизни. Гороскоп советует Козерогу сосредоточиться на чем-то одном, иначе эффективности в работе не будет. Чуточку азарта вам не помешает, а поможет. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день обещает славу и признание творческим личностям, высокое положение тем, кто стремится к взлету в карьере. Власть – вот что волнует людей этого знака. Они пойдут на все, чтобы ее достичь. Этот день вам необходимо прожить азартно, со вкусом, и тогда вы многое получите. Свои старания лучше сосредоточить в одном направлении. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. У Козерогов вероятность конфликта с близким человеком весьма велика в первой половине дня. Ваша резкость, возможно, будет оправдана. Чтобы разрядить ситуацию, дайте вашему оппоненту легкое задание, чтобы отвлечь его, а сами займитесь физическим трудом. В субботу неплохой и плодотворный день. Однако жизненный потенциал снижен, и устаете вы быстрее, чем обычно. Подумайте, нельзя ли отложить самые утомительные дела на потом или обратиться к кому-то за помощью. Суета и спешка ни к чему. Важно сохранять спокойствие и браться за новый этап работы лишь после того, как старый благополучно завершен. Вечером лучше избегать стрессовых ситуаций, не вести серьезных разговоров, ни с кем не спорить. Полезно будет заняться каким-то интересным, но не особенно утомительным делом. Не хочется сидеть сложа руки. Появится возможность принять участие в каком-то важном деле, посетить необычные мероприятия, научиться чему-то новому. Вы постараетесь не упустить ее. Личный гороскоп. День испытаний и преобразований.
Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. У женщин-водолеев, вероятно, новое романтическое увлечение. Сны в этот день могут быть вещими. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Сегодня у Водолея будет одно, но непреодолимое – желание. Вы решите всерьез заняться внешностью, изменив привычный стиль в одежде. Важно смотреть на вещи реалистично, а не витать в облаках. То, что подходит другим людям, может абсолютно не сочетаться с вашим характером и поведением. Гороскоп «Дом» на сегодня. Стремление хорошо выглядеть станет навязчивой идеей, от которой практически невозможно избавиться. Многие представители этого знака совершенно запутаются в собственных представлениях о себе реальном и о себе идеальном. Будьте последовательны в своих действиях и не путайте желаемое с действительным. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеи, с утра вас ждет конфликт с неким собеседником, однако к обеду он исчерпает себя. Ваш оппонент перейдет на активные действия, устав от разговоров. Если вы испытываете симпатию к противнику, помогите ему в его деле. В субботу у рыб складывается сложная ситуация. Вряд ли удастся сориентироваться в ней быстро. Уж слишком противоречиво поступающая информация. Вы пребываете в растерянности и упускаете интересные возможности. Хорошо, если рядом будет тот, кто сможет вас подбодрить, подсказать, как лучше действовать. Уделите время любимому человеку. Недостаток внимания с вашей стороны может быть неправильно истолкован. И не давайте волю ревности, для нее нет никаких оснований. Лучше не вести каких-то важных разговоров во второй половине дня. Утро подходит для того, чтобы заняться чем-то необычным и интересным. Совершенно новое дело увлечет вас не на шутку. Не исключено, что вы сразу найдете единомышленников или познакомитесь с людьми, у которых можно многому научиться. Личный гороскоп. День мира и согласия. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуется коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня. Пища должна содержать большое количество витаминов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Многие ситуации сегодня свалятся на рыб, как снег на голову. Ничего удивительного, ведь последнее время у вас все ровно и стабильно. Небольшая встряска на работе и дома рыбам не помешает, как предсказывает гороскоп. Соблюдайте осторожность при обращении с электричеством и бытовыми приборами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вторая половина дня окажется нервозной, так как повысится непредсказуемость обстановки. Бытовые неурядицы приведут к конфликтам с близкими. Будьте осторожнее и внимательнее при управлении техникой и при использовании электричества. Старайтесь сдерживать эмоции, не заводитесь из-за мелочей, подходите к проблеме конструктивно. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы, с утра вы будете весьма чувствительны к мелким неприятностям, но не стоит расстраиваться и паниковать. Работайте так же активно и усердно, как и раньше, и все наладится. Звезды советуют заняться сдельной работой, поскольку она будет более выгодной. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!